Всем привет, дорогие друзья! Здравствуйте, уважаемые поклонники хоккея! Добро пожаловать во дворец спорта юбилейный, что в Альметьевске. Здесь и сейчас, при отличной погоде. И надеемся, при огромном количестве зрителей состоится вторая игра в рамках париматч молодежной хоккейной лиги между Спутником и Пермским Молотом. И ну давайте смотреть подборки ярких моментов. С удалений у нас все здесь началось в первом периоде. Команды обменялись этими оказиями, но реализовать так никто и не сумел. В первом периоде моментов было крайне немного. Там и бросков в створ ворот было крайне немного. Но все же эпизоды были. Вот они. Молот пытался изо всех сил, но не преуспел в этом компоненте. Ну и Спутник тоже. Начинал довольно неспешно, и, прямо скажем, команды долго-долго запрягали, и все-таки быстро поехать сумел именно Альметьевск. Самый опасный эпизод первого периода, вот он был на ваших экранах, когда шайба попала прямо в каркас ворот после подставления, ну и впоследствии самый опасный эпизод для Молота, он был именно здесь, когда Чибизов выронил шайбу, и можно было добивать, но не получилось, не срослось. Бросок в касание, ходу он тоже ничего опасного не привнес. Ну а дальше у нас уже и второй период стартовал. И первая шайба, она была забита в большинстве. Вот оно, удаление Александра Погодина и Ислам Гарайшин. Открывает счет, укладывая шайбу в притирку к левой штанге. С передачей Тимофея Кружного и Олега Зяблова. Вторую шайбу мы с вами ждали 4 минуты всего-навсего. Гарайшин получает поздравления от своей команды. Самый результативный защитник у Спутника. Ну а Молот пытался огрызаться изо всех сил. Но все же не хватало. Вторая шайба. Матвей Говорков вот здесь с передачей Олега Седанцова и Ильи Барсукова забивает. Впоследствии у нас там было еще одно удаление, которое не принесло ничего. Олег Зяблов удалялся дважды в концовке второго периода. Однако реализовать так и не удалось. В третьем периоде мы с вами наблюдали такую все-таки борьбу с перевесом в сторону Спутника. И вообще, смотрите, второй период, все-таки двукратное преимущество по броскам у команды Спутник. По вбрасываниям, кстати, серьезно переиграли именно пермяки. 14-4! Вот это да, по выигранным вбрасываниям. Всего-навсего одно удаление было, и силовых приемов сегодня нахитовали немножко больше игроки Молота. 16 против 14. Шанс на третью шайбу здесь тоже был у альметьевского Спутника, но не получилось, не срослось. На этом, дорогие друзья, будем заканчивать постепенно со счетом 2-0. Одерживает победу альметьевский Спутник. Это была уже финальная атака в исполнении Молота, которая тоже не принесла заброшенных шайб. За сим позвольте откланяться. До новых встреч. Пока-пока.